Уже больше месяца, начиная с 1 ноября, онлайн-постановка детей на очередь в дошкольные учреждения осуществляется только через региональный портал государственных услуг. Чтобы получить услугу, необходимо обладать электронной цифровой подписью. Для этого одному из родителей нужно зарегистрироваться на портале www.госуслуги.ру. Для того, чтобы зарегистрироваться, нам нужно два документа. Это паспорт и страховое свидетельство пенсионное, СНИЛС. Дальше мы заходим на сайт госуслуги, либо на региональный портал Ивановской области. Заходим в регистрацию. Дальше вводим все персональные данные. Затем происходит автоматическая проверка личных данных и подтверждение личности. Существует несколько способов это сделать. Например, прийти лично. Для этого в каждом муниципальном районе созданы центры подтверждения учетной записи. Также можно отправить или получить код подтверждения по почте, что займет около 2 недель. При подтверждении учетной записи заявитель является лично с документом. Мы сверяем личность заявителя с документом, который он предоставил, и вводим паспортные данные, и соединяем учетную запись и конкретного человека. После этого запись становится активной. Вся процедура подтверждения на портале госуслуг занимает 1-2 минуты, не больше. Все, ваша учетная запись подтверждена. Соответственно, вы можете пользоваться всеми услугами на сайте. Пока центры утверждения учетной записи не пользуются большой популярностью, граждане либо не знают об их существовании, либо не столкнулись с острой необходимостью получить личную электронную цифровую подпись. Количество государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в электронном виде, оно, очевидно, будет увеличиваться с каждым годом. Это количество и сейчас уже не маленькое. Я думаю, что те граждане, которые уже воспользовались этой услугой, они оценили всю прелесть, всю удобство этого сервиса. Это, скажем, регистрация автомобиля в ГИБДД, это, скажем, получение загранпаспорта в электронном виде. Запись ребенка в дошкольное учреждение – это одна из последних услуг, которая была переведена в электронный вид. Поставить ребенка на очередь в детский сад можно уже с момента получения свидетельства о рождении. Чем раньше это сделать, тем лучше. Родитель может лично прийти на прием к специалисту и поставить ребенка на учет в дошкольном отделе в 113-м кабинете на 1-м этаже в администрации города. Также можно поставить ребенка на учет в режиме онлайн. Но если раньше родители ставили на учет с портала управления образования, то сейчас это можно сделать с портала государственных услуг. Родители уже привыкли, они вставали на очередь. Причем порядка 80% электронная регистрация была. Теперь в связи с тем, что не у всех есть электронно-цифровая подпись, они чаще всего приходят сюда. Пока через портал госуслуг в Иванове ни одного ребенка на очередь не поставили. Однако получить электронную подпись проще простого. Надо просто прийти в центр подтверждения учетной записи. 12 декабря в Ивановской области – единый день регистрации граждан на портале госуслуг. Специалисты будут работать по удлиненному графику. Любовь Почерникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново. Лично в центре.